Вот вы были когда-нибудь директором Дома культуры в свои 19 лет? Вот то-то же. А Леночка, героиня картины «Осторожно, бабушка», была. Эту историческую правду про советскую действительность сняла известная сказочница Надежда Кошеверова. По смыслу, это «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова. Только на героев фильма наступал не Новый год, а день открытия Дома культуры. А поскольку директором строящегося очага культуры была 19-летняя Леночка, то реально заводской клуб строила ее бабушка, пенсионерка на автомобиле «Москвич». Бабушку на ее «Москвиче» боялась даже бесстрашная советская милиция. Шутка ли? Таких «Москвичей» выпускалось на всю страну советов примерно 20 тысяч в год, а населяли СССР в те годы 200 миллионов человек. Так что внучка такой бабушки могла стать и директором космодрома прямо с рождения. Таких бабушек еще поискать нужно.